Месторождение нефти «Лодочное» в Красноярском крае купила компания ТНК «БП». Об этом сообщает Федеральное агентство по недропользованию. Лодочное месторождение находится на севере нашего региона, в Ивенкии. Его запасы оцениваются в 10,5 миллионов тонн нефти. За право разрабатывать его компания предложила 4 миллиарда 660 миллионов рублей. Месторождение было выкуплено на аукционе, причем стартовая цена была на 1 миллиард рублей меньше.